Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед украинской торговой марки VNV. Модель называется Mountrider 5.0. В описании следующее хочу сказать. Это велосипед алюминиевый. Рама здесь алюминиевая, тормозная система дисковая, дисковая механическая. В описании следующее. У колеса покрышка идет с ярко выраженными группами протекторами. Такие шашечки. Это хорошая покрышка, которая легко переносит езду по пересеченной дороге. У велосипеда легкосъемные эксцентрики, которые позволяют колесо снять и поставить. Это можно сделать для того, чтобы легко перевозить в любой машине, даже маленькой, малогабаритной. Тормозная система также здесь стоит. Дисковая, механическая, от компании Tektra. Модель называется Novella. Вот тросик, который является самим приводом. Ротор спереди 180, сзади тоже стоит ротор 180. Размер колеса 26 дюймов. Обода алюминиевые, двойные. Ход вилки 100 мм. Компания Saltool поставляет вилки. У велосипеда вилка с двумя регулировками. Это предлог. На одной и на второй штанине здесь стоят регулировки пружины. Степень сжатия пружины на 2 см можно изменить, перекрутив регулировку. У велосипеда рулевая, как мы видим, с полуинтегрированными подшипниками. Вот так юбочка, видите, вот здесь. Это говорит о том, что подшипники находятся в стакане, надежный узел, который долго может работать при больших нагрузках. Велосипед имеет трансмиссию с соотношением 3:8. Спереди стоят монетки с переключателем 3. Это на левой руке, сзади 8, на правой руке. Правая рука, сзади переключатель, задний тормоз. Левая рука, передний переключатель, передний тормоз. Велосипед, как вы видите, в прекрасном таком цвете, темном. Соотношение зубьев на переднем шатуне 22, 32, 42. У шатуна имеется пластиковый защитный щиток, который защищает от попадания штанины и брюк под спицы и цепь. Сзади стоит восьмерик от компании Shimano, модель HG31, это кассета. У велосипеда стоит переключатель от Cera, тоже классный, хороший, 360-е. Также стоит отметить, что велосипеды VNV, в частности данная модель Mountrider 5.0, комплектуется втулкой Shimano. Как мы видим, это уже уровень, когда говорим о том, что велосипед комплектуется втулкой Shimano. Класс, хороший, конечно. Велосипед комплектуется камерой, у которой автомобильный ниппель, легко качать тем самым камеру. И еще немаловажный факт, то что здесь спицы стоят из нержавеющей стали. Хорошие, надежные спицы. Комплектуется велосипед пластиковыми педалями, седло легко регулируется. Это легко для того, чтобы можно было каждому подобрать под свой рост этот велосипед, подогнать. Если вас заинтересовал данная модель, обращайтесь в киевский спортивный магазин «Велавива». Все, до свидания.